Ливерпуль. Ну что интересно. Небольшая привилегия в отсутствии Еврокубков с точки зрения подготовки. Момент по сравнению с привычной основой сделал норвежский специалист Сульшера в матче с Лестером, но абсолютно новую команду отправил. В его ротации перед матчем с Лестером назвав, сами видим, какие здесь имена присутствуют, но вот и по самым оптимистичным оценкам, то у Ливерпуля их 48, у Юнайтед 40 переигрыты, а между прочим португалец продолжает терроризировать оборону.